Бывший инспектор Ростехнадзора осужден за взятку. Мужчину признали виновным. Расследование и рассмотрение дела шло около 2 лет. И вот теперь в деле поставлена точка. Напомним, задержали госслужащего в сентябре 2014 года. Сотрудники ФСБ провели захват мужчины прямо перед парадной ведомства на глазах его подчиненных. Правда, тогда чиновник говорил, что не понимает, в чем дело. Оказалось, он получил от одной из компаний 100 тонн строительного щебня на 63 тысячи рублей. Взамен инспектор подписал необходимые для организации акты. И вот чиновника наказали. Его оштрафовали на сумму в 30 раз больше самой взятки. Теперь он отдаст в казну 1 миллион 230 тысяч 500 рублей. Также он не сможет занимать определенные должности на протяжении 2 лет.